Who was Sting? Satan and the Lord. Broadcasting from the United States of America, this is WRMI, Okeechobee, Florida. Radio Miami International. You can find out more about WRMI at our website, WRMI.net. That's WRMI.net. Is there a website? Сайте, путь нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь. Радио «Свобода». События не лучшего дня. Транспортная система Украины сообщила об остановке с 11 мая транзита третьего российского газа в Европу. Причиной назван переход территории, на которой расположена одна из компрессорных станций, под контроль луганских сепаратистов. «Газпрому» предложено перенаправить транзитный поток. Ответственность за остановку транзита украинская страна возложена на Россию. Утверждается, что оператор не может осуществлять оперативный контроль за компрессорной станцией «Новопсков». Украинский оператор также сообщил о прекращении со среды транзита газа через распределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. Позднее во вторник официальный представитель российского газового концерна Сергей Куприянов заявил, что «Газпром» не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, на которые сослалась украинская сторона. Куприянов также сказал, что в Москве не видят никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. По оценкам разведки США, президент России Владимир Путин готовится к затяжному конфликту в Украине, в ходе которого он все еще рассчитывает достигнуть целей за пределами Донбасса. С таким заявлением во вторник на слушании, посвященных угрозам по всему миру, выступила в комитете Сената США по вооружению силам Эврил Хейнс.